Яркие, пестрые, большие и маленькие, порой кричащие. Все это они – рекламные вывески. Некоторые из них несут информацию и украшают здания. Другие смотрятся вычурно и портят внешний вид магазина, да и всей улицы. Ну, конечно, чересчур тоже это некрасиво, я так считаю. А так? Вы знаете, я простой человек, и я таких вот не разбираюсь. Те, кто разбираются в данном вопросе, специалисты управления архитектуры и градостроительства, взялись за приведение димитровградской рекламы в порядок. В рамках правил благоустройства на территории города Димитровграда принят порядок размещения вывесок на фасадах зданий и сооружениях, который регламентирует общие требования к размещению данных вывесок. Цель постановления – привести в порядок архитектурный облик Димитровграда, и документ уже вступил в силу. В частности, что, допустим, если у нас вывески на фасадах зданий размещены, они должны быть на одной оси, не должны быть заклеены оконные проемы, не должны быть закрыты оконные проемы вывесками. Если на здании размещаются несколько вывесок, то они должны быть одного формата, одной высоты. Всеми этими требованиями должны теперь руководствоваться владельцы торговых точек, желающие украсить рекламой здания. Что касается тех рекламных вывесок, которые уже украшают здание, то они также обязаны быть приведены в порядок. В противном случае вывески будут демонтированы. Работа по выявлению несоответствующей должному виду рекламе начнется уже на этой неделе. Татьяна Елисеева, Василий Кудинов. Наше время.